Со стороны может показаться, что охоту на вирусы объявили охотники за привидениями. Та же амуниция, те же движения. А если серьезно, то после вот такой обработки не то что привидения, молекулы микробов становятся тленом. Вот так аккуратно и методично обрабатывают все рязанские автобусы. И перед выходом на линию, и после. Городские власти используют самые современные методы. Приобрели специальные приборы, то есть генераторы холодного тумана, хлорированным раствором. То есть происходит обработка. Обработка это позволяет, то есть, проникнуть дезинфицирующим средством туда, куда, ну, как бы рукой человека невозможно добраться. Стараемся, то есть, сделать наш транспорт максимально безопасным. То есть все контактные поверхности, ну, если в среднем брать, то каждые 40 минут, час проходят у нас дезинфекцию. Регулярно на линии выходит около 40 автобусов. Задача номер один в период пандемии – сделать их наиболее безопасным местом. Именно поэтому на дезинфицирующих средствах руководство автоколонны приняло решение не экономить. Здоровье людей для городских властей сегодня дороже денег. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».